Всем привет! Меня зовут Архан Дадашев, и это агентство недвижимости «Зеленый город». Вам интересно, готовы ли мы представить вам новый обзор еще одного прекрасного города Калининградской области? Мы всегда готовы! Как вы поняли, мы не случайно начали с этого пионерского девиза, потому что сегодня мы в городе-курорте Пионерский. Погнали! Пионерский – это не только курортный город, но и морской порт. Город расположен на побережье Балтийского моря к северо-западу от Калининграда. Пионерский основан в 1254 году и до 1946 носил название Нойкурен. Статус города он получил в 1952 году. Площадь Пионерского чуть больше 8 квадратных километров. По официальным данным, на данный момент в Пионерске проживает чуть больше 12,5 тысячи человек. Любопытный факт, но до 1991 года Пионерский входил в состав Светлогорского городского округа. И лишь 12 июня 1991 года был проведен городской референдум, на котором 80% населения проголосовали за административную самостоятельность города. Особенностью города является совмещение промышленной и санитарно-курортной зон. Здесь находится единственный в России федеральный детский ортопедический санаторий. Уникальность городу придает незамерзающий рыбный порт, который определяет направление производственной деятельности. Еще одной особенностью данного порта является открытый выход в Балтийское море. Пионерский городской округ – это одно из наиболее промышленно развитых муниципальных образований области. Здесь зарегистрированы 87 предприятий промышленности, 41 строительная, 13 транспортных и 74 торговых организаций. Так что проблем с рабочими местами здесь точно нет. Перспективными считаются дальнейшее развитие рыбной и перерабатывающей отраслей, рекреации, а также перевод работы порта в более широкий профиль, в том числе обслуживание пассажирских судов и яхт. Климат Пионерского преимущественно переходный от умеренно морского к умеренному континентальному с мягкой зимой и относительно прохладным летом. В Пионерском расположена станция «Пионерский курорт» Калининградской железной дороги. Эта станция относится к железнодорожной линии Калининград-Зеленоградск-Светлогорск. А это существенно облегчает возможность добраться до Калининграда и обратно. Кроме того, город связан автобусными маршрутами со Светлогорском, Калининградом, Зеленоградском, Балтийском и международным аэропортом Храброво. В 2011 году транспортную развязку к Пионерскому также улучшило построенное ответвление автомагистрали «Приморское кольцо». В городе целый ряд исторических достопримечательностей, таких как городской историко-археологический музей Рантава, здание почты Нойкурена, памятник авиаторам Балтики и другие. В начале 21 века в Пионерском стала наблюдаться положительная динамика в сфере жилищного строительства. Данная динамика продолжается и по сей день. Можно смело утверждать, что Пионерский, как место для жительства, одобрен на самом высшем уровне, ведь здесь находится государственная резиденция президента Российской Федерации.
Если после просмотра нашего видеообзора вы задумались о переезде в это прекрасное место, то лучше всего это сделать с агентством недвижимости «Зеленый город». Узнать подробности вы можете не только по номеру телефона, указанному на экране, но и придя лично в наш офис по адресу улица Садовая, дом 2. До новых встреч!